Пока не начали. У тебя есть страховка? Чего? Зубки, если что, сделают? О, ха-ха! А больничка далеко? Сколько ехать? Минут 25, типа того. Ой, леща тебе дал. Ты как? Любите драться? Побеждать-то выходит? В драке нельзя победить. А вот Далтон! Тут тебе не гостиница. Понял, сейчас уезжаю. Друг посоветовал обратиться к тебе. Я держу бар на островах Флорида Кис. Хочу отвадить тех, кому там не место. Плачу хорошо. Судя по тачке, ты на мели. Вот за тачку обидно. Ты подумай. От режиссера идентификации Борна. Я тебя знаю. Ты Элвуд Далтон. Я твой фанат. У него под рубашкой нож. Шаг назад и резкий удар в лицо. Ты сможешь. Расскажи мне о нем. Сперва вежливый, аж скулы сводит. А потом просто машина. В целом, интересный чувак. Он хочет отобрать у меня бар и построить здесь какой-то курорт. Предупреждаю, вопросы здесь привыкли решать по-своему. Эй, народ! Это будет ударная вечеринка! Далтон! Вот тебе мой совет! Не подпускай никого так близко! Джейк Джилленхол. Дай угадаю, будешь угрожать, выгонять из города. Как я понял, угрожать бесполезно. Если я в деле, считай, что вопрос закрыт. Меня не так легко разозлить. Труднее успокоить. Какие-то все у вас тут агрессивные. Дом у дороги. Это ваш друг? Нет, я просто сломал ему руку. Смотрите в конце марта в озвучке студии «Кубик в кубе».